С 14 февраля в Сиверском районе вывоз отходов у населения начала выполнять новая организация. Акционерное общество «Мусороуборочная компания». Руководитель Абинской территориальной зоны Владимир Решетняк ответил на самые частые вопросы от потребителей. Один из них – почему заключение договора с компанией стало обязательным. Это регламентируется федеральным законом от 24.06.1998 года, номер 89 ФЗ, об отходах производства и потребления, часть 5, 30 ЖК РФ. При оплате услуги договор считается заключенным автоматически. Однако прийти оформить его в офисе все же лишним не будет. Для этого предусмотрен стандартный пакет документов. Паспорт собственника, документ, подтверждающий право собственности, документ, подтверждающий сведения о количестве постоянно и временно проживающих. Кроме того, важно оплачивать услугу вовремя. При просрочке более 3 месяцев возможно направление на досудебное разбирательство. При этом платить за услугу потребитель обязан, даже если не проживает в собственном домовладении. В соответствии с частью 11 статьи 155 ЖК РФ, неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Множество нареканий возникло при получении первых квитанций. Сотрудники компании признаются, пока в их базе данных есть неточности. Каждый потребитель может прийти в офисы компании, принести подтверждающие документы и произвести перерасчет. Также у жителей немало вопросов к стоимости услуги. Данный показатель регулируется законодательством. Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО утвержден РЭК Департамента ЦЕРН и тарифов Краснодарского края. Нормативы накопления утверждены постановлением губернатора. То есть сегодня нам определен норматив накопления, по которому мы определим. Вот единый тариф за 1 метр кубический нам определен РЭКом 576 рублей 70 копеек. Все, мы не туда, ни сюда. То, что входит в этот тариф, мы обязаны выполнять. А норматив накопления 2.34, ну это норматив накопления тоже не мы, не наши. Это есть законы про это, постановление есть. Владимир Решетняк заверил, что компания будет продолжать совершенствовать свою работу на территории района и делает для этого все возможное. Вывоз отходов с территории Сиверского района сейчас осуществляется специализированной техникой в количестве 26 единиц. Каждый автомобиль оснащен системой ГЛОНАСС, благодаря которой передвижение можно отследить в режиме реального времени или в записи. Компания уже поставила 250 новых контейнеров в поселение района, заменив ими старые. Количество контейнеров увеличилось на каждой точке. Кроме того, начинает свою работу мобильный офис, который будет ездить по заявкам к маломобильным гражданам и в отдаленные населенные пункты.